Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас здесь, на Сетунь-парке. Второе поле. В рамках 9-го тура встречается лидер первого дивизиона, команда «Коммунар», и его соперник, крепкая команда «Портер СВ», которая обосновалась в середине турнирной таблицы. Сегодня для вас работаю я, комментатор Максим Киселев, и мой коллега Дмитрий Ершов. Дима, здравствуй. Здравствуй, Максим. Да, сегодня мы с тобой комментируем непосредственно, можно сказать, с поля. Стоим вот здесь, вот где обычно происходят замены, да, где стоит резервный арбитр, и вот он выпускает игроков на поле. Так что постараемся передать весь жар вот этой игры. Ну и сразу перейдем к стартовым составам играющих команд. Начнем с «Коммунара», коль уж он является лидером и, наверное, фаворитом этой встречи. Итак, «Коммунар» сегодня в голубых майках, голубых шортах и белых гетерах выпускает следующий состав. В воротах под 86-м номером Валерий Белов. Линия защиты представлена тремя футболистами. Это 14-й номер Иман Сурмач, 8-й номер Павел Крылов. У нас он в протоколе обозначен, правда, под вторым, но, тем не менее, Павла мы узнали. Номер 8. Дальше также на позиции защитника играет под 11-м номером Андрей Шубин. Крылов, кстати, был заменен уже. Сейчас произошла замена, я назову этого футболиста. Линия полузащиты в центре поля действует под 17-м номером Сергей Точилин. Слева номер 13 Андрей Рогачев. Справа Алексей Приходный, руководитель команды «Коммунар». Ну и впереди, конечно же, вы узнали, на острие атаки это знаменитый нападающий Федор Зинченко, номер 15. Дим, тебе состав «Портера». Да, переступим к составу «Портера». Итак, в воротах Игорь Давыденков. Ну, без номера, но будем считать, что все-таки первый номер «Портера». Здесь опасный удар, и, возможно, как раз сейчас Давыденкову-то пришлось бы вступить в игру, но нет, защитники встали на пути мяча. На острие атаки в стартовом составе начинал Николай Новик, но вот прошло несколько минут, и уже Николай отправился брать небольшую паузу. Итак, линия защиты. Михаил Архангельский, номер 14. Иван Коротков, номер 12, в опорной зоне. Я так понимаю, что все-таки «Портер» действует с двух нападающих. Низинченко здесь не успевает за мячом. Опасный момент. Но, с другой стороны, Давыденков вселяет уверенность. А вот своим таким спокойным выходом здорово он зафиксировал мяч. Итак, в опорной зоне Валентин Васин. Ему помогает в центре поля Дмитрий Морозов. По флангам у нас расположились Алексей Кораблев и Антон Карташов. Ну и на три атаки выдвинулся Максим Сергеевич Ковальчук, номер 7. Лицо и, наверное, душа команды. Опасный удар. Нужно было забивать. Нужно было сейчас выходить вперед. Ай-яй-яй. Такой момент может потом окликнуться, да, вот сыграть злую шутку с командой, потому что все мы знаем, что в ЛПЛ вообще в формате 8-8 очень важен первый гол. Именно от него можно уже плясать и строить какие-то дальше тактические схемы. Да, сейчас действительно команда «Портер» могла открыть счет, но отмечаем, что и до этого тоже «Коммунар» нанес опасный удар, но до створа мяч не дошел, попал в защитника. Представил ты сегодня руководителя, играющего тренера команды «Портер СВ». Это, конечно же, не стареющий, не увядающий Максим Ковальчук, но и у «Коммунара» здесь есть тренер, это Константин Малко, но он уже действует непосредственно с бровки, руководит заменами. И вот, в частности, первая перестановка, которая произошла, вот Павел Крылов ушел с поля, сейчас опасный момент Андрей Рогачев имел, метил в дальний угол, чуть-чуть не попал, и вместо Крылова на поле под номером 33 вышел, сейчас одну секундочку, тоже здесь небольшая помарка в протоколе, Карен Бегларян, да, совершенно верно, Карен Бегларян действует под номером 33, ну вот по ситуации мы здесь корректируем протокол. И продолжаем комментировать эту интереснейшую игру. Здесь Кораблев вцепился в мяч, а в него вцепился оппонент. Ну и вот здесь, да, здесь «Портер» апеллирует, что мяч, во-первых, не вышел за пределы поля. Ну и к тому же, мне кажется, не усмотрели небольшое нарушение правил. Но Вадим Фирсов, главный арбитр встречи, судья очень высокой квалификации, рассудил этот момент иначе. Точилин с мячом пытается здесь его отвивать у своей команды. Кораблев ему мешает. Ну и в итоге все аутом заканчивается. Зинченко принимает, против ведет борьбу Коротков. Приходный удар в дальний угол. И сильно неточно у Алексея. Да, кого-то, может быть, удивит то, что Максим Ковальчук действует на острие. Но
Нужно сказать, что, во-первых, очень универсальный игрок, да, вот колоссальный опыт, сколько лет выступления в любительском футболе. И, конечно же, за все эти года успел приобрести навыки игры, ну, практически на любой позиции. Мы прекрасно помним, как Максим, играя за Барс, выручал команду, защищая последний рубеж. Но и вот нападение также приходилось Максиму играть. Наверное, это все-таки вынужденная мера, да, если брать в расчет сегодняшний день, потому что отсутствует, конечно, Роман Гаранин, к сожалению, получил он травму, и вот несколько матчей не принимал участия. Кстати, я, возможно, даже свяжу вот не самую удачную серию Портера. Последние 4 матча команда, ну, после активного старта, после 9 очков в 3 играх, команда позволила себе небольшой спад. И вот как раз этот спад, в первую очередь, конечно, связан с отъездом Максима Ковальчука на девушек, он наших повез в Барселону на клубный чемпионат Европы. И вот как раз Роман Гаранин получил также примерно в этом временной отрезок травму. И я думаю, что вполне вероятно, именно потеря двух лидеров, ну, так вот сказалось на игре команды. Да, и успешно вывез наших девушек главный тренер Максим Ковальчук. С серебряными медалями вернулись из Барселоны, но, увы, потери неизбежны. И сегодня надо заметить, что не только Роман Гаранин отсутствует в заявке Портера, но и еще два нападающих. Это Илья Ульяненко, в котором не удалось из своего родного города Санкт-Петербурга приехать на эту игру, к сожалению. Ну и Андрей Иванцов. Это безусловное усиление команды. И человек из главной команды перешел из АФК Портер, из высшей лиги. Но вот, к сожалению, на сегодняшний момент травмирован. И Максим Ковальчук из вратарей у нас переходит в категорию нападающих. Ведь мы помним, что с Аланией Максим после удаления и по красной карточке их вратаря занял место, как ты сказал, на последнем рубеже. Да, все верно. Ну, а что касается Иванцова, да, Андрея сегодня нет, но будем хвалить Андрея, потому что является он лучшим бомбардиром Портера в этом сезоне, на его счету аж 4 мяча. Да, много забивает Андрея за свою команду. Ну и здесь, конечно, надо главного бомбардира Коммунара отметить. Федор Зинченко набил уже 10 голов, но при этом еще и 8 голевых передач сделал. И по 10 плюс 8, безусловное лидерство в своей команде. И вот представляешь, именно в этой встрече, очень важный матч, вы посмотрите, да, вот... Если открыть турнирную таблицу, все красиво выглядит. Коммунар 8 игр, 8 побед и практически как будто бы без шансов. Но вы посмотрите счета, везде победа в 1, в 2 мяча. Все дается очень тяжело. И вот сегодня как раз Федор Зинченко мог не успеть на эту игру, да, приехать. И вот эта потеря могла бы сыграть очень злую шутку с Коммунаром. Да, действительно, голы Зинченко на последних минутах и решающие голы. Из 8 результатов 5 одержаны с минимальным счетом в 1 гол. И в большинстве этих игр именно Зинченко решал исход поединков. И вот вообще Алексей Приходный сказал мне, что вряд ли Федор успеет со своей тренировки. Он тренирует в спортшколе. Успеет на этот матч, но, видимо, так серьезно относится к сопернику, к Портеру СВ, что Федор сюда прибыл, и вот мы сейчас с удовольствием наблюдаем за его действиями на поле. Да, ну и, конечно же, все атаки Коммунара строятся через Федора. Постоянно мы видим длинные передачи, где-то разрезающие, где-то, возможно, верховые подачи, но все идет на нападающего. Конечно, это самый главный винт в организме, или в механизме, если хотите, Коммунара. Да, так вот пресловутого столба считается, что играет Зинченко, но... Но вот совсем не такой необычный, да, совершенно столб. Здесь потеря. Ковальчук под левую ногу, тут ему помогает Кораблев. И удар по воротам следует, да. Вот ударом створ отметился Портер, но Валерий Белов крайне надежен. Ну и удар, нужно сказать, не получился акцентированным. Интересная атака Коммунара на Зинченко. Мяч доходит до него. Ставит партнерам, и нужно решать. Да, вот здесь как раз идет такой подсказ со скамейки запасных. Решай. Ну и действительно, этот момент можно было решить. Однако пока что пристреливаются футболисты в голубой форме. Мощно сейчас стрелял по воротам Алексей Приходный, но точности этому удару не хватило. Ну а Федор Зинченко, посмотри, за все мячи цепляется. Сегодня Михаилу Архангельскому предстоит крайне тяжелая работа, и посмотрим, как он с ней справится.
Раз уж мы слышим все вот разговоры на бровке, да, на скамейке запасных, я предлагаю некоторые пустить в эфир, да. И вот сейчас вот спрашивали у Федора Зинченко, наступили ли ему на ногу, да, как он получил это повреждение. Ну, знаешь, вот как будто бы рэп замены я сейчас отомщу, да. Выпустите меня на поле, я отомщу. Понятно, что в составе Коммунаров, может быть, есть какой-то свой тафгай, который может также себя повести, но там, в принципе, все было как бы на грани, но в рамках, в пределах правил, а тем более, что момент продолжался, и Приходный имел опасную возможность, но Ковальчук с мячом, пас налево, Кораблев. И хорошая прострельная передача, но что же сейчас случилось с ногами у Валентина Васина? Да, не развернул стопу, как говорят, и не удалось ему нацеленный удар нанести, но атака была хорошей. Да, и на самом деле здесь можно попрессинговать. В очень хорошей форме находится Максим Ковальчук. Постоянно он, кстати, приглашает подключиться в этот самый прессинг своих партнеров, но иногда не получает вот того желаемого, наверное, ответа. А интересно, что Валентин Васин оказался на позиции крайнего правого форварда сейчас по ситуации, а сейчас мы видим, что он действует на позиции левого защитника. Вот такие перемещения. Я возьму на себя смелость говорить, что Портер играет в двух защитников, и, скорее всего, Васин – это краек такой, вот лотеря, вингер, как хотите. И как раз он сместился в центр, когда основной нападающий ушел на фланг. Да, ввиду отсутствия ряда ведущих игроков группы атаки, Портер вынужден перестроиться на схему 2-4-1 и за счет крайних игроков наращивать мощь. Полагаю, что Портер планирует очки взять в этой встрече. Ведь это команда, которая добивается хороших результатов. Сейчас после штрафного удара мы тоже про это расскажем. Зинченко готовится нанести этот удар. Расставляет игроков. Качилин скидывает на Зинченко. Удар с носка! И нам сейчас отсюда с бровки с пылу с жару казалось, что в угол мяч летит. Но нет, чуть мимо. Такой вот хитрый, да, удар с носка. Он неожиданно получился. Да, Зинченко, конечно, может удивлять. Прекрасно. Кстати, вот советую почитать очень интервью с Федором, где он рассказывает, что очень зря многие команды не используют какие-то наработки из мини-футбола. И вот как раз по игре Федора Зинченко можно вот эти наработки, да, где-то какие-то вот нюансы, да, футбольные хитрости подметить. Вот сейчас удар с носка, согласись, мы с тобой много матчей видели, да, на многих работали. Такое не так часто можно лицезреть. Соглашусь с тобой. И Федор в своем интервью говорил о том, что, на его взгляд, 8 опасных. Снова Зинченко разворачивает удар! И крестовину попадает Зинченко в опаснейший момент. Подбор остается за Коммунаром и продолжает команда атаковать, но все-таки вынуждает вот с помощью прессинга отдать передачу назад и разыграть уже непосредственно новую стадию атаки, используя вратаря. Да, вот говорил Федор, что ближе к мини-футболу 8 на 8. Ну вот и здорово, он эти козыри использует, которые он в профессиональном мини-футболе получил. Но вот такой неклассический столб, мы с тобой говорили. Зинченко не только принимает и сбрасывает, но он может под любую ногу развернуть, как сейчас мы увидели в этом эпизоде, и страшной силы выстрел в крестовину. Ну, какое-то чудо сейчас уберегло ворота Портера СВ. Ну, а что касается расстановки, наверное, сил на поле, все-таки прошло немало времени, да, наверное, первый тайм уже близится к своему логическому завершению. Нужно сказать, что Портер заведомо, наверное, отдал инициативу, понимал, с кем, в общем-то, сегодня предстоит им играть, и прекрасно знает расположение команд в турнирной таблице. Портер лидер. Прошу прощения, Коммунар лидер, и, конечно же, к этой команде нужно всегда относиться очень осторожно. Поэтому именно вторым темпом, вторым номером действует Портер. Ну, говорил ты, Дима, о том, что Портер допустил осечки в последних 4 турах. Вот сейчас стремительная атака развивается после потери Ковальчука и неточный пас. Но, тем не менее, будет угловой. Сейчас посмотрим за этим угловым, что подача будет или розыгрыш. Нет, все-таки розыгрыш. Ну, это, извините... Не зря же мы говорили про мини-футбол, про схемы, про тактики, про розыгрыши. Конечно же, мы, наверное, увидим в исполнении Коммунара чаще именно какие-то комбинации, да, нежели простые вот эти забросы, подачи, в надежде, что какой-нибудь габаритный игрок сможет все-таки выиграть верховую борьбу.
Да, говорил я о проблемах Портера, и ты тоже, Дима, тоже говорил. Действительно, после трех побед, четыре матча не может Портер СВ выиграть, две ничьи и два поражения, и отсюда 10-е место в турнирной таблице. Но, тем не менее, я уверен, что Коммунар знает команду Портера и каких достижений эта команда достигла в прошлом сезоне. Ну, наверное, стоит сказать и о том, что в Лиге 2Б до последнего тура за чемпионство боролись, в итоге серебряные медали. Также победители Кубка Москвы, да, это серьезнейший турнир, в котором играют победители первые места первых дивизионов. Это очень классный результат. Ну и даже в межсезонье смогли взять бронзовые медали в Южном Кубке, в Южном Летнем Кубке на юге. Вот. Ну а первое место взяла команда высшей лиги АФК «Портер». Вот такие достижения у этой команды. И я уверен, что Коммунар рассматривают как серьезнейшего оппонента сегодняшнего соперника. Прием! Да, нужно ко всем относиться очень ответственно, да, и подходить к любому сопернику на максимальной концентрации. Ковальчук прекрасен в борьбе на втором этаже. И будет ли удар? Ковальчук получает мяч, удар! Нет, это получается пас на Карташова, и Карташов уже ножницами пытался завершить этот эпизод. И попади он в ворота, это был бы однозначно гол. Вот таким моментом отвечает Портер СВ. И сразу же Антон Карташов просит замену. Вот как бы не получил какое-то болезненное повреждение в этом эпизоде. Но вроде бы трусы он отправляется на скамейку запасных, значит, все хорошо с ним. Ну и какой момент, да? Пожалуй, Портер полноценно ответил Коммунару за этот выстрел Зинченко в перекладину. Абсолютно. Вот сейчас по одному моменту и по одному полумоменту у команд такое паритет, равенство на поле. Ну и совершенно ничего не ясно по этой игре. А зная, что Коммунар любит вот эти маленькие счета, да, и победы в один мяч, я чувствую, что сегодня будет интереснейший поединок, который будет не отпускать нас до самых последних секунд. Посмотрите, как Зинченко сейчас играет в отборе. Демонстрирует хороший прессинг, но Портер, нужно сказать, очень легко из-под этого прессинга выбирается. Да, сейчас пас назад на Короткова, дали передачу на Ковальчука, похоже, Кораблев туда подстраивался. Ну и слава богу для Коммунара, что приходный успевает опуститься и выиграть этот верховой мяч. Но Кораблев с мячом, а Портер-то каков, а? Перехватил чуть ли не инициативу, но сейчас на встречных курсах идет игра, и даже не трудно выделить какую-то из команд. Рогачев здорово в середине разбирается, Зинченко отыгрывается, снова пас ему. Рогачев выходит на оперативное пространство, мяч под левый удар! И но, чуть выше ворот. Но это было бы слишком, если бы вдвоем, просто буквально вдвоем разорвали бы всю оборону Портера. Два футболиста Коммунара, Рогачев и Зинченко. Конечно, прекрасное взаимодействие, но согласись, что это было бы красиво, да, но, наверное, немножко и нагло. Да, конечно, мне эта комбинация напомнила взятие ворот Манчестером Юнайтед в знаменитой игре Лиги Чемпионов против Барселоны, когда Энди Коул и Дуайт Йорк вдвоем обыграли всю полузащиту и оборону Барселоны и забили прекрасный гол, но вот здесь Рогачеву не удалось с Зинченко это смастерить. Рогачев здорово в отборе, действует снова. Ищет продолжение, снова Зинченко. Гладит по мячевому мяч, разворачивается, Архангельский ему мешает. Казалось бы, от одного ушел и мог бы сам пробить, но выбрал пас на фланг. И вот там вот уже Дмитрий Воронков отправил снаряд, ну, явно не по адресату, да, явно думал и планировал что-то другое сделать на поле. Хороший отрезок сейчас выдал Андрей Рогачев, и сейчас требуется ему передышка. Меняется на Иманта Турмача, который выходит под 14-м номером в центральную ось. Сразу тебя поправлю, Максим, так как знаком с этим футболистом. Дело в том, что выступал он за Пищевик на Юго-Западной лиге. И да, Имант Сурмач. А, прости, это ударение, да? Да, да, я попал. На последний слог? Да, да, да. На первый, точнее, да, на первый слог ударения. Да-да-да, вот такой вот очень интересный игрок. Нужно сказать, что Пищевик в те времена, когда вот Имант был как раз в составе, нужно сказать, что игрок стартового состава, основного, без всяких «да» и «но». Здесь опасная атака Портера, казалось бы, но Морозов, вроде здорово. Бы чисто, вроде бы чисто было сыграно. И хоть Ковальчук не согласен, недоволен этим решением, но пришлось ему все-таки в итоге согласиться. Да, здорово сейчас в отборе сыграл Иван Баранов. Морозов там уже вырывался на угол вратарской площадки, но Баранов здорово отработал и мяч выцарапал.
если позволишь, продолжу все-таки про пищевик, про Имонта. Вот пищевик просто не знал равных себе в Юго-Западной лиге. И как раз вот в эти времена играли Фурманса Океан, да, который сейчас за ЦДК, по-моему, да? Да, вот как раз комментировали мы матч Лиги Чемпионов, и как раз Океан там был. Да, Денис Назаров, в общем, да. И вот как раз Имон Сурмыч тоже очень прекрасный, хороший, талантливый опорный полузащитник. Я думаю, что Коммунара с этим трансфером не прогадал. Да, жалко мне команду «Пищевик», чемпион Юго-Запада. Ну вот буквально по калориям разобрали, да, эту команду. И результаты в Лиге Чемпионов плачевные. Вот два матча и 0-7, и 0-6 от нашего «Титана» во втором туре. Да, ну, такие вещи бывают, происходят. У команды бывают разные промежутки. Ну вот, кажется, в тотальный контроль решили поиграть футболисты Коммунара. Мяч у Зинченко, как здорово развернулся, поставил, это гол! Ну все здорово сделано было, прекрасен Зинченко. Ну и, конечно же, весь Коммунар. Как они сейчас командными действиями, да, усыпили вот оборону Портера. Ну и нанесли, конечно, разящий удар. Да, но не зря ты две минуты рассказывал про Имонта Сурмыча, да, он будто бы тебя услышал отсюда, коль уж мы недалеко находимся, ну и завершает эту прекрасную комбинацию, но я бы сказал, что это гол имени Федора Зинченко. Как здорово он каким-то неуловимым движением умелькнул от Михаила Архангельского, ну и выложил на ногу, там оставалось лишь расстрелять ворота. Коммунар 1-0 начинает вести в этой игре. Да, вот все-таки поражаешься, да? У каждого футболиста есть свой арсенал приемов каких-то, да, финтов, уловок, хитростей, может быть. Вот у Зинченко как будто бы этот арсенал все время пополняется, но, во всяком случае, не кончается. Вот такое впечатление. Каждый раз придумает что-то новенькое и застает защитников врасплох. Да, высочайшего уровня нападающий, и его арсенал просто колоссален. Ну, очень рады мы тому, что такого уровня игрок выступает у нас в первом дивизионе. Ну, Ковальчук! И Ковальчук имеет момент. Пойдем. Очень хвалят это скамейка запасных Максима Ковальчука, своего лидера. Ну и действительно неплохо Максим себя проявляет на острие, вот только забить пока не удается. Да, это Николай Новик сейчас выказывал похвалу лидеру своей команды. Пока что он здесь на бровке помогает, но, видишь, не может Максим руководить, поскольку нужен он на поле сейчас. И активно очень действует Ковальчук. Ну, Максим сегодня успел и потренировать уже, в общем-то, сыграть успел. Так что я думаю, что сил у него хватит еще на несколько матчей. Ну, а что касается именно тренерского мостика, то все-таки в Портере, наверное... Морозова! Да, в прошлом Портере... В прошлом Портере СВ, да, вот как раз Максим больше все-таки исполняет функции футболиста, нежели тренер. Да, практически все время находится на поле Максим Ковальчук, очень редко меняется, здесь играет. Ну, понятно, что тренерских команд ему хватает. Это и команда «Марусь» женская, да, и непосредственно АФК «Портер», про который я сегодня уже говорил, который в высшей лиге выступает. Ну, в общем, все, везде успевает Максим Сергеевич. Посмотрим, как удастся ему на поле себя проявить сегодня. Ну, ищет постоянно Ковальчука мячом, его партнеры. Здесь удается зацепиться. Валентин Васин хорошо сыграл в центре, подобрал мяч, сохранил его для своей команды. Ну, а вот здесь вот Федор Зинченко вновь зарабатывает плюсик, да? И вынуждает Валерия Белова с пыра выбить мяч в аут, поскольку не имел права рисковать. Зинченко за все мячи зацепляется. Скидка, и надали замыкать. Нет. Не успевает замкнуть. Опаснейший момент. Кирилл Казакевич мог сейчас вписать свою фамилию в протокол, но чуть-чуть не дотянулся до этого мяча. И Портеру не удается увеличить свое преимущество. Спасибо. Архангельский здесь здорово играет в обороне. Хорошая связка защитников. Архангельский, Коротков давно уже играют вместе, давно друг друга знают. И, в общем-то, ну, общаются и за пределами поля. Но... Именно вот как раз на этот дуэт защитников сегодня выпала очень тяжелая ноша, да.
в лице Федора Зинченко. Да, крайне сложно с ним справляться, и поэтому Коротков и Архангельский, которых мы привыкли видеть их подключение, сегодня их совсем уж мало. Понятно, что глаз да глаз нужен, здесь двух глаз не хватит. Чтобы уследить за Зинченко, нужно как минимум 4. Ну а тем временем стандарт зарабатывает Портер, опасный штрафной, 3 человека в стенку. Ставит Валерий Белов, у мяча Иван Коротков. Иван Коротков нет, пас на своего любимца, партнера Михаила Архангельского. Ну и он там последние желтые листья сбивает. Да, отправляется на улицу Толбухина. Да, совершенно верно. Мяч именно туда устремился. Ну вот вспомнил я прекрасный гол, который провел Иван Коротков в прошлом сезоне. Я бы вообще назвал, что это гол всего дивизиона. Со штрафного вееру во втором круге он забил. Вообще хет-трик, по-моему, сделал в том матче. Но то, что он забил вееру, шикарнейший гол. Вот есть запись этого матча, обязательно посмотрите. Прекрасное завершение. Ну, во втором тайме это случилось. Ну и вот сейчас решает на Архангельского сыграть. Но не удается Морозов сейчас. Сейчас прорывается и здорово действует Бегларян. Отмечу этого защитника. Вышел он не с первых минут, но появившись, раз за разом выигрывает борьбу, делает перехваты. Ну вот единственная его техническая погрешность – это вот фол, как раз-таки, который мы сейчас обсуждали. У нас на поле в составе Портера появился Дмитрий Хохлов, номер 17. Именно он сейчас с мячом. Да, играет в центр на Архангельского, но и здесь заигрались, наверное, немножко футболисты Портера. И да, получает, нагоняет Максима Ковальчука. Действительно, если уж не знаешь, что делать, то лучше выбивай. Да, но мы от Дмитрия Хохлова ждем хорошего футбола сегодня с таким именем и фамилией. Ну, просто обязан он хорошо играть, поэтому я думаю, что слова Максима Сергеевича дойдут до него. А вот сейчас Бегларян снова на мяче, Ковальчук не дает ему. И вот отвоевывает кожаную сферу, и снова Бегларян. Вот такой вот поединок на татами случился. Ну и в итоге мяч выбит. Портер будет начинать с аута. Хорош сейчас Ковальчук, отработал на все 100 этот момент. Забрал мяч для своей команды. Ну и кто же должен замыкать на дальней штанге? Сейчас кто-то получит нагоняй от Максима Ковальчука. Да, это как раз-таки Хохлов. И он во второй раз получает нагоняй от Максима. Передача была нацелена на дальнюю штангу. И это подтверждает твои слова о том, что Портер сегодня атакует краями. Вот именно на это сейчас был расчет. Но не успевает Хохлов. Посмотрим, какая будет установка в перерыве. Первый тайм завершен. Послушаем вот как раз эту установку и, наверное, дадим нашим зрителям передохнуть. Что, кого там мешает? Ждите нас, и мы вернемся. Она что-то будет повесить. Вот это уже. Не то, что я тебе просто попал. Так, тут предыдущий. Не одной. Он нужен. Здесь подпись. Это то, что летало. Ну ты официально продавал, понимаешь? Им пофиг, я как нашел продавал. Забери борочку и все, за бортом. Вот так надо страхой. Далеко
Нет, Ванька будет Шамилем, а я буду... Давай, ребят, давай! Получается, да, играет Леха слева, такой Шуба слева. Шуба слева играет, вот здесь, в этой зоне. Ванька Шамилем справа. Давай, Борда, все хорошо. Не рвем сильно. Твоя. Ну и возвращаемся мы в трансляцию сегодняшнего матча. Сегодня на Сетуньпарке на втором поле у нас играет лидер дивизиона «Коммунар». Голубые майки, голубые трусы, белые гетры. И команда «Портер СВ», которая на текущий момент находится на 10-й строчке турнирной таблицы. «Портер», желтые майки, синие, темно-черные бриджи и белые гетры. Первый тайм закончился минимальным преимуществом «Коммунара». Автор единственного забитого мяча Иман Цурмач. Ну и автор голевой передачи Федор Зинченко. Для вас сегодня в эфире работают комментаторы. Вот сейчас гол! Не успеваю я назвать стартовые составы и кто для вас работает. Ну вот смотрите, как начинается второй тайм. Это восьмой номер команды «Коммунар» Шамиль Гусейнов, который с первых минут вышел, получает прекрасную передачу от Андрея Рогачева и удвоивает преимущество. Работает Максим Киселев, комментатор ЛФЛ, и Дмитрий Ершов. Дима, ну что, успеем составы назвать? Да, конечно, тем более, что сейчас в любом случае команда, наверное, возьмут небольшую паузу. Давайте к составам быстренько пробежимся. Итак, Игорь Давыденков в воротах «Портера», дуэт защитников Иван Коротков, номер 12. И, конечно же, по 14 номерам Михаил Архангельский в опорной зоне. Тоже дуэт, можно сказать, в середине поля действует. Дмитрий Морозов, 80-й номер. Валентин Васин, номер 99. По краям Алексей Кораблев, номер 4. И... Дмитрий Хохлов вышел на вторую половину тайма, или же все-таки произошла замена? Замена. Хохлов на поле не находится. Антон Карташов, да, расположился на правом фланге. Ну и на три атаки Максим Ковальчук, всем хорошо знакомый. Да, ну и состав команды «Коммунар», который уже сейчас второй мяч провел. В воротах под 86-м номером действует Валерий Белов. Линия защиты, пятый номер Иван Баранов. Третий номер Карен Бегларян. Под 11-м номером слева действует Андрей Шубин. Линия полузащиты слева, седьмой номер Алексей Приходный. 13-й номер, центральная позиция, Андрей Рогачев, автор голевой передачи на Шамиля Гусейнова под номером 8, автор второго забитого мяча. Ну и на острие атаки под 15-м номером действует Федор Зинченко. Опасный момент «Портера». И снова сейчас Ковальчук на Карташова. В последний момент вратарь отводит угрозу. Валерий Белов из-под перекладины выручает свою команду. Андрюха! Вспоминаем мы эпизод первого тайма, когда Ковальчук забросил как раз-таки на того же Карташова, но чуть-чуть неудобно ему было наносить по этот удар, опаснейший был момент. Но вот сейчас повторили эту связку. Плотнее! Угловой подает «Портер». Там завелся уже Ковальчук, просто не на шутку, там страсти кипят. Ну и отбивается «Коммунар» сейчас. Сейчас не до красоты, нужно было сыграть попроще. Да, не решился я подойти послушать установку Ковальчука в перерыве. Здесь что-то жаркое. Сейчас будет удар, жнеугол, и уже казалось, что мяч-то в сетке. Но мяч облизал сетку с другой стороны. Оказалось, что уже сейчас «Портер» размочит свой счет. Да, «Портер» мог сейчас действительно размочить счет, и Максим Ковальчук на дальней штанге отлепился от своего оппонента и показывал сейчас Карташову, что мог на него катить, он на дальнюю штангу, и там бы завершал. Вот сейчас как раз-таки главный тренер «Коммунара» Константин Малко активно подсказывает своим подопечным, чтобы они хранили бдительность. Здорово начал «Коммунар», ну и «Портер» как отвечает. Ковальчук зацепился за мяч, но так развернуться ему не дают, и пошел удар, там не было нарушений правил.
Дай. Не согласен Ковальчук с тобой. Спорит он, считает, что Беглорян нарушил правила. Коротков опережает Зинченко на этот раз. Ну, я бы ответил, кстати, Ивана Короткова по первым минутам второго тайма практически ничего не дает сделать Зинченко. Вот другой вопрос, что Коммунар нашел другие пути, да, для того, чтобы удвоить свое преимущество. Признал свою ошибку Иван Коротков в перерыве. Сказал, что виноват, что его там развернул Зинченко в моменте со взятием голов. Но сейчас действительно здорово действует, а подача у Ковальчука сейчас не проходит на Морозова. И Беглорян начинает новую атаку своей команды. Рогачев, Баранов. У нас Рогачев, ну и нужно менять фланги, как говорят футбольным языком. И вот сейчас уже левой бровкой развивается атака Коммунара. Приходный здорово обыгрывает удар в дальний угол и выше проходит мяч. Здорово сейчас разобрался с Карташовым, но нацеленности не хватило этому выстрелу в верхний угол. Вот мне вот интересно, да, сейчас Федор Зинченко спросил своих партнеров, почему они не дали ему мяч, ведь была перед ним свободная зона. И вот, вот ты окажись на месте одного из игроков Коммунара, вот нашелся бы ты что ответить, да? Ведь каждый мяч Федор принимает, и вот нету никакой причины для того, чтобы не снабдить его снарядом. Да, единственный раз не принял, когда сбили его на штрафной. Действительно, все мячи принимает, и ответ здесь сложно подобрать на такой вопрос Федора. Отворот Коммунар ведет мяч в игру. Показывает Валерий Белов, что нужно повыше игрокам располагаться. Будет длинная подача, которую мы сейчас и наблюдаем. Как же заряжен Коротков на второй тайм. Вновь он снимает второй этаж. Однако мяч у Коммунара остается. Зинченко, потрясающе играет Федор. Ну и видит, ну, буквально кажется, что глаза есть у затылки у Федора, потому что не видел он Алексея Приходного. Но все равно выдал на него просто потрясающую по точности передачу. Удар в ближний угол, и счет становится 3-0. Да, 3-0. Ну вот Тимур Хусаинов. Дим, извини, не услышал я замену. Сказал же ты, да, что произошла у Портера в перерыве, и вместо Игоря Давыденкова на поле появился Тимур Хусаинов. Вот и он пропускает уже в этом матче. Отмечаем 3-0, становится счет. Алексей Приходный, автор третьего гола. Ну и что, трудно, наверное, будет Портеру такое преимущество вернуть в свою пользу, перевернуть. Ну вот, тем более, что 4-0 уже счет становится. Ну что, развалился Портер? Ну, мне крайне бы не хотелось бы, конечно, такое говорить, да и даже думать об этом. Но, честно говоря, начало второго тайма не оставляет нам другого выбора. Портера начались не лучшие времена, что касается этого матча. Да, очень классно вышел на вторую половину встречи Шамиль Гусейнов. Вот и забил прекрасный, важнейший гол второй, да, и сейчас здорово разобрался с оппонентом на бровке и просто на пустые ворота Федору Зинченко выкатил. Ну и Зинченко делает свой дежурный, если позволишь, дубль. Ну а чего ж ты не позволить-то? Вот другой момент, что правильно подсказывает скамейка Коммунара, что расслабляться рано. Мы помним, как Портер проигрывал, допустим, даже в прошлые выходные 2-0 проигрывал минут за 5 до конца встречи. И казалось бы, что уже матч сделан, да, то есть рыпаться было поздно. Но нет, Портер все-таки усилиями, в том числе и Ковальчука, ну, в общем-то, вся команда там здорово постаралась, попотела, смогли счет сравнять, и вот последние 5 минут 2 гола забить. Да, и Максим Ковальчук как раз-таки две передачи сделал в этой встрече против Классико. А у нас как раз-таки этот соперник на третьем поле играет против Турбина. Еще один удар! Ну как, сейчас мяч не попадает в створ. Чудом каким-то. Вот Васин сейчас бил, Морозов уже с 30 сантиметров там добавлял. Но трудно было ему вытянуться. Но совсем близко было до ворота. И такое ощущение, что Портер сейчас должен был взять ворота, но по-прежнему на замке они. Да, да, более того, еще и Валерий Белов-то уже был отыгран, голкипер находился на газоне и никак бы не смог бы помочь своей команде. Нужно было просто катнуть мяч туда, куда нужно, да? Туда, куда, в общем-то, ты хочешь его катнуть все 60 минут, когда ты находишься на поле. Да, и не смог дотянуться нормально Морозов до мяча, носком его чуть-чуть зацепил, и мяч предательски покатился вдоль линии ворот.
Еще одна замена в составе Коммунара. Точилин вместо Приходного выходит. И Крылов возвращается на поле вместо Андрея Шубина. Ну и, кстати, что касается ротации, то у Коммунара здесь тоже есть преимущество, потому что и сбор команды намного лучше, нежели у Портера. Да, не хватает каких-то ключевых личностей. Да, мы говорили о том, что отсутствует тот же самый Юрий Татаркин, да, который прекрасно себя проявляет в центре поля. И Станислав Дубровин тоже сегодня отсутствует. Да, но в любом случае явка у Коммунара сегодня хорошая, она на уровне. На уровне той команды, которая по праву борется за путевку в премьер-лигу. Да. А вот у Портера сегодня, может быть, и не такая пустая скамейка запасных, но посмотрите, обратите внимание, насколько редко происходят замены у этой команды. Да, действительно, больше резервистов сегодня у Портера СВ, нежели у Коммунара. Но Алексей Приходный знал, к чему он готовится к этой игре. И Максиму Ковальчуку перед матчем он сказал, что готовься, будем обыгрывать вас молодежью. Вот такие слова были сказаны перед игрой. Но вот пока молодежь не сплоховала, и счет уже 4-0 в нашем поединке. Ну, Ковальчуку это тоже мало претензий. Здесь нет, не дотянется, конечно, Максим до мяча. Ковальчуку-то тоже нет особых претензий, старается он противостоять этой молодежи, но не всегда это, конечно, получается, однако за мячи все-таки, нужно признать, удается у Максима в этом матче цепляться. Да, много голевых передач отдает Максим, по-моему, 8 ассистов на его счету, это действительно много. Но это при том, что у лучшего бомбардира 4 мяча забитых, да, а у Ковальчука 8 ассистов. Да, 8 ассистов, и при том, что Ковальчук еще и в защите, ух, какой удар сейчас наносит футболист Коммунара. Но при том, что Ковальчук еще и в защите играет, еще и в воротах. Тоже умудряется как-то голевые, видимо, отдавать. Ну, вот такая впечатляющая статистика. Ну, посмотрим, удастся ли сегодня отдать голевую. Сказал ты о том, что Коммунар борется в... Сейчас, извини, пожалуйста, да. Раз уж мы про голевые передачи и про вратарские позиции сказали, то вот в основном Портере, в ФК Портере есть прекрасный вратарь, еще знакомый по выступлению за Спарту. Сейчас Зинченко с мячом, это всегда опасно, поэтому чуть позже продолжим с нашими рассказами. Да, сейчас Коротков просто из последних сил выбивает у Зинченко мяч. Пас на Точилина, обратно возвращает, не точно. Ну это и похоже, что атака захлебнулась, да, на этом. Так вот, Ярослав Архипов здесь тоже будет ли какой-то момент, вот хочется, да, не поймите, да, ни о какой призятости речи не идет, но хочется, чтобы все-таки Портер забил в этой игре и забил как можно раньше, чтобы мы хотя бы немножечко поболели, да, попереживали за оба коллектива. Согрешил, сказав, что Портер развалился, предположив, совершенно не развалился Портер и продолжает свою борьбу и активен Портер в атаке. Ну, в общем-то, здесь рано. Не спешите нас хоронить, да, как пелось в известной песне. Действительно, Портер продолжает отчаянное сопротивление. Ну, вот сейчас момент, Ковальчук на Морозова. Хохлов там уже слева подключается, ну и перехватывает мяч Коммунар. Неточная передача, но как низко сейчас располагается Коммунар. Только один Зинченко на чужой половине поля противостоит сразу четырем защитникам. И посмотрите, выходит победителем из этого единоборства, так еще и желтую карточку зарабатывает для оппонента. Чуть ли на нашу любимую улицу Толбухина не убежал Иван Коротков. Может быть, думая, что не успеет Вадим Фирсов показать ему. Но дистанционно это сделал Вадим. И первый горчичник он вписывает в протокол. Вот теперь Ване будет еще сложнее против Зинченко действовать. Да, теперь уже, наверное, у Архангельского есть вот шанс, да, свалить где-то, получить желтую карточку, а Короткова фалить нельзя. Ну, никак не остановишь Федора, а тем временем штрафной опасный. Протыкает Морозов мяч и получает ответную передачу. Довольно быстрая контратака Портера, но нужно делать эту передачу. И вот она! Гол забивает Портер, возвращается команда в игру. Да, вот отметили мы, что Портер в игре, что продолжает борьбу, и Портер размочил счет. Как здорово сейчас сыграл Морозов, его цепляли на карточку. И вот, кстати, Николай Новик сейчас требует этого отложенного горчичника. Но зацепить не удалось, обыграл Морозов своего оппонента, покатил на Кораблева. Ну и Кораблев вносит мяч в ворота. Очень напомнил этот гол четвертый мяч Коммунара, да, когда тоже на дальней штанге Зинченко четвертый мяч свой, второй в этом матче забил. И четвертый в игре.
Безусловно, но где-то, наверное, и первый гол тоже напоминает. Вообще сегодня, конечно, Коммунар забил преимущественно в пустые ворота. Зинченко с мячом. Разворачивается, как обычно, пас на Крылова. И Кораблев уже здесь отрабатывает, автор забитого мяча. Посмотри, как глубоко действует. Ну вот то, что мы с тобой в самом начале раскусили, Портер, что краями сегодня очень активно эта команда атакует. Просто стальной человек, Алексей Кораблев, как он здорово поставил корпус, заставил отлететь просто от себя одного из нападающих Коммунара. Да, словно могучий корабль туда подплыл, да, и разобрался в этом эпизоде. Да. Никак не меньше. Угловой удар. Наверное, мы опять увидим розыгрыш. На угловом флажке два футболиста, да, разыгрывают они мяч. Зинченко подстраивался здесь внизу. Ну и нет, неточная передача. И торопится Кораблев. Было подстроиться, но все равно Ковальчук как-то все-таки попытался совладать с этой подачей. Ну, да. Нужно сказать, что не скажу, что доволен был вот этой передачей, но во всяком случае каких-то нагоняев его партнеры не получили в этом эпизоде. Да, редкий, тот самый редкий случай, когда не получили нагоняя. Но я думаю, что Максим своей самоотдачей, своей игрой заслуживает это право. Да, ну вот говорили мы, что не основная позиция его быть нападающим. Но я думаю, минимум половина команд премьер-лиги мечтали бы о таком форварде. Как считаешь? Я соглашусь с тобой абсолютно. Будем надеяться, что Максим еще успеет вернуться в премьер-лигу и в качестве футболиста, я имею в виду, и порадовать нас своими забитыми мячами. Хотя Зинченко. Хотя забивает Ковальчук-то на самом деле не так часто, но вот зато очень важные мячи всегда случаются. Я помню тот же самый, по-моему, это был Кубок России, да, в Старом Осколе, когда Ковальчук дальним ударом в тяжелой игре забил победный мяч и позволил Барсу пройти дальше. Зинченко сейчас обыграл и Короткова, и Архангельского. Ну и что, пенальти или все-таки штрафной удар будет сейчас наноситься? Да, похоже, что нет, все-таки не 10-метровые, а здесь вот на линии штрафной случился фол. Но ты посмотри, как сейчас Зинченко сыграл тонко, да? Пяткой обыграл и Короткова, и соответственно, Архангельского, да? Тебя не ожидали. Уверены были, что будет принимать, а тот в касание вывел своего оппонента, партнера на ударную позицию. Ну вот вроде бы, да, у нас репортаж с футбольного матча, но мы как будто бы молиться пошли на Федора Зинченко. Вот, честно говоря, перед матчем думал, что такого не будет, что мы себе такого не будем позволять, да? Но Зинченко прекрасен, и не говорить об этом, пожалуй, это просто кощунство. Согласен с тобой, никто нас это не упорекнет. Рогачев будет бить, удар по воротам, но вот и Тимур Хусаинов себя показал. В самом платке, как здорово там разобрался. Это как раз Шамиль Гусейнов был здорово там на носовом платке, разобрался с двумя оппонентами, но вот не хватило, наверное, доли какой-то секунды для того, чтобы нанести удар. Да, очень классно вышел Шамиль Гусейнов и совершенно прекрасную игру демонстрирует, и гол забил, и ассист сделал, ну и здесь по праву себя показывают, наверное, основным полузащитником Коммунара. Серьезный конкурент вот этим вот звездным профессионалам, которые сегодня на матче отсутствуют. А тем более, что видно, что молод Гусейнов, и очень радует его игра. Рогачев на подборе. Архангельский с Коротковым в дуэте действует против Зинченко. Получает он, кстати, по ногам там в этом эпизоде, но Фирсов игру продолжает. Ковальчук. А я вот здесь вот... Похоже было на фол. Похоже было, похоже, действительно. Но Вадим Фирсов не углядел нарушение в данном эпизоде. Коротков. Нечасто ему удается опередить Зинченко, но в этот раз он успевает. Ну а Зинченко в подкате передачу первую не отдает Ивану отдать. Ну и еще одна серия замен в составе Коммунара. Портер, я напомню, ну практически не меняет игроков. Дмитрий Воронков выполнил свой отрезок работы, да. И вместо него на поле появляется Кирилл Казакевич под номером 6. Вот Кирилл, по-моему, тоже сегодня еще не выходил. Вот первое его появление на поле. Вновь забрать на Ковальчука. Принимает Максим мяч. И зарабатывает угловой, да, для своей команды. Давай внимательно, Лёха! Да, успел выткнуть у него Карен Бегларян.
Действительно, развернулся Максим здорово, но Карен успел первым мяч выбить. Архангельский, хороший удар у этого футболиста, будет бить, но не точно. Вот как раз-таки Кирилл Казакевич первое полезное действие для своей команды совершил и не дал беспрепятственно Архангельскому нанести этот удар. Да, но удар действительно не получился. У Архангельского мяч прошел сильно выше ворот. И вновь ударом от ворот мяч в игру вводит Валерий Белов. Бегларян здесь действует, но неточная передача в центр. Архангельский высоко поднялся. Пас на Кораблеву, успеет или нет, успевает. Ну и Бегларян не дает мячу дойти до Ковальчука. И за боковой вновь Архангельский принимает мяч. Здесь его тут же накрывают, хороший прессинг. Это вновь Шамиль Гусейнов проявляет себя уже на левом фланге. Рогачев. Вообще, конечно, хороший сейчас состав Коммунара, такой разрушительный. Может быть, не удастся создать подавляющего преимущества на чужой половине поля. Здесь суета, мяч мечется по штрафной площади, и в итоге был нанесен удар. Мяч остается у Портера. Да, это Кораблев как следует приложился, но там сразу шесть ног вытянулось на этот удар, и все закончилось угловым. Хохлов хотел сейчас угловой подать, но показал Фирсов, что это аут, и сейчас можно в контратаку устремиться. Не успевают вернуться все портеровцы. Нет, все-таки придержал мяч, но, наверное, счет это сделать позволяет. Вот я тоже как раз хотел об этом заикнуться, что нет такой задачи бежать куда-то сейчас контратаку, провоцировать какие-то атакующие действия, как-то форсировать события. Потому что Коммунар пропустил. И сейчас, посмотри, состав такой у Коммунара, который может разрушить, в общем-то, любую атаку соперника. Да, я с тобой абсолютно согласен. Преимущество далеко не зыбкое, а такое достаточно уверенное. Ну, а Тимур Хусаинов сейчас чуть пятый гол для своей команды не придумал. Вот выбивал мяч, а до конца пошел активнейший Шамиль Гусейнов. И все сейчас могло курьезным голом завершиться. Но пока что счет сохраняется. 4-1. Ну, вот и борьба в центре поля. Хохлов выигрывает ее. Архангельский на Ковальчука. Ковальчук придерживает мяч, ждет партнеров. Архангельскому возвращает. Ну и отличная же передача от Архангельского на Хохлова. Но, видимо, не успел Хохлов войти полноценно в игру. А теперь уже Коммунар несется в атаку. И пас на дальнюю штангу. Здорово здесь читает все Иван Коротков. Вот оставался уже один, да, буквально. Расстреливали его вместе с голкипером. Трое футболистов в голубой форме, но нет. Коротков не дал себя так просто обыграть. Да, но Зинченко отлепился там на дальнюю штангу и ждал эту передачу на хет-трик. Но такое ощущение, что Иван Коротков эту передачу прочитал во вчерашнем советском спорте. А вот этот момент мог точно закончиться взятием Кораблёв. А здесь пенальти. Пенальти, насколько я понимаю, Вадим Фирсов указывает на 10-метровую отметку. Ставит, да, ставит на точку Вадим Фирсов. И еще более того, желтую карточку показывают. Это Андрей Шубин ценой нарушения правил остановил сейчас Кораблева. Кораблев все-таки исхитрился пробить, но если не было бы этого фола, то Кораблев пробил бы лучше. Да, я вот только хотел уже начать хвалить Валерия Белова. Не так много у него сегодня на самом деле работы, но всегда какая-то нервозность около его ворот, да, возникает. Возникает, и концентрацию голкипер не теряет. Вот в этом эпизоде как раз выручил. Ну и Кораблев подходит к точке. Один мяч сегодня он уже провел. Посмотрим, чем закончится этот эпизод. Ну что, доведет до конца этот момент Кораблев. Да, доводит удар в левый угол. Разводит мяч вратаря по разным углам. И оформляет второй мяч Портера в этом матче. Вот второй мяч Портера, счет становится 2-4. А как много мы сегодня говорили о том, что очень любит Коммунар скользкие счета. Что, один гол до этого осталось пропустить, но тогда уж совсем тут будет жарко. Время пока есть. Рогачев на Зинченко. Здорово, Архангельский подстраховывает своего партнера Короткова. Кроме того, мы также говорили и о концовках Портера, что команда умеет и любит дожимать под занавес встречи, а еще время-то остается прилично. Поэтому в этом матче еще далеко не все решено. Подача на ближнюю. Важен сейчас был бы гол для Коммунара, но вот такое вот бесхитростное продолжение атаки приводит к удару от ворот. Давай, Мороз, давай!
Да, сейчас очень активно тренеры своей команды ободряют. Да, и Воронков, и Новик сегодня выполняют тренерские функции сбровки. Ну, понятно, что сейчас, наверное, самые определяющие минуты в матче мы увидим. Портер постарается вернуться не только в игру, но и в счет. А вот Коммунару нужно забить пятый, чтобы успокоить игру. Посмотрим, кому удастся. А вот здесь нужно очень аккуратно действовать. И что? Ну, почти все-таки привезли. Однако Ковальчук цепляется за мяч. И уже заиграли тот момент. Мог там, конечно, Портер себе устроить проблемы. И, можно сказать, вообще проиграть матч в том эпизоде. Рогачев играет чисто в подкате против Кораблева, автора дубля. Ну и Гусейнов здесь рвется по левой бровке. Финтом закладывает направо. Ну и как здорово Кораблев отрабатывает. Прекрасен Кораблев, прекрасен Тимур Хусаинов. Успел он этот мяч зафиксировать, но вот сейчас свалился снаряд с его ноги и отправился за боковую линию. Рогачев в центре поля с мячом. Не торопись! Развивает атаку Коммунара. И неточная передача на Зищенко ставит крест на этой атаке. Да, и активно сейчас будет делать замены Константин Малко. Простит он меня, что в этом запале я назвал его Воронком. Конечно же, Малко руководит игрой. Но вот сейчас, похоже, тройная замена произойдет. Нужно сбить темп. Сейчас не на руку эти качели команде Коммунар. Но при этом уходит с поля тот же самый Рогачев, да, который прекрасно проявляет себя в разрушении. Ну и замена в Портере все-таки, наверное, они реже, и поэтому их важнее озвучивать, что делает Ковальчук. Но только реализуй эту возможность, которую сделал для тебя и создал капитан команды Антон Карташов. Едва не сократил отставание Портера до минимума. Как мы нахваливали сегодня Зинченко с его скидками, а как сейчас Ковальчук сыграл, да? Прекрасно вот это касание полупяткой, если можно так сказать. Да, ну Карташову нужно было забивать этот момент. И крайне раздосадован этим невзятием Максим Сергеевич Ковальчук. Как близок Портер к тому, да, чтобы сократить счет до одного гола. Ну и непонятно, что дальше-то будет. Непонятно, что с Коммунаром на самом деле происходит, потому что команда не атакует, не обороняется, голы пропускает. Нервозность, как мне кажется, вот уже команда эту нервозность поймала. Да, вот много похвалы мы сегодня сказали в адрес Коммунара, но и хватит у нас времени для критических стрел. Сейчас посмотрим, Зинченко здесь разворачивал опять наших двое из Ларца, если можно, Короткова и Архангельского. Ну вот покритикую немножко Коммунар, да, вот не чувствуется у них такой вот этого вот хладнокровного, да, инстинкта после того, как существенное преимущество имели, после этого спокойно довести матч до победы. Не дает им Портер этого сделать, вот этого вот лидерской наглости, что ли, пока что незаметно у команды Коммунар. И действительно нервозность присутствует до последних моментов. А сейчас забей, Карташов! Нет, вот не мало. Кипит, просто кипит все внутри Максима Ковальчука. Все он делает для своей команды. Да, у нас репортаж, можно сказать, разбивается на двух лидеров, да? Мы часто говорим про Зинченко, мы часто говорим про Ковальчука, но это вот такие две команды сегодня представлены на полях Сетоньпарка. Да, сейчас еще один острый момент возник у Коммунара. Нельзя, Короткова, это красная будет! Он уже имеет желтую карточку и получает вторую. Да, ну здесь не поспоришь с судьей. Действительно, Зинченко быстро опять развернулся и убегал на рандеву с вратарем, но я думаю, что знал Коротков, где-то на подсознании у него было, что этот фол закончится желтой карточкой. У меня другой вопрос. Почему Коротков играл тогда Зинченко? Почему по Зинченко играл Коротков? Почему не Архангельский, у которого нет желтой карточки, который мог себе позволить такой фол? А ведь ты же сразу сказал, после того, как Иван получил первую желтую карточку, что ты предположил сразу, что сейчас по Зинченко будет действовать именно Архангельский. Да, он действовал по Ковальчуку, но действовал вторым на подборе. А нужно было, да, я с тобой соглашусь, что именно прицепить к Зинченко именно Архангельского. Ну вот почему-то не перестроились, и, увы, с этой желтой карточкой второй не поспоришь. Ну и с этим стандартом не поспоришь, вновь розыгрыш, но на этот раз Портер оказался к нему готовым. Давай, парень, внимательно! Не так много времени остается, Коммунар проведет их в большинстве, и
Комфортно лидируя в счете. Хусаинов прекрасно себя проявляет на последнем рубеже. Да, плотный удар Крылова отражает. И Портеру сейчас очень сложно будет в меньшинстве забить этот мяч. А нужно-то два. Васин в атаку идет Портер, несмотря ни на что, Ковальчук. Ну и штрафной здесь Крылов совершенно справедливо. Морозов торопится, Кораблев с мячом. Заброс туда на Ковальчука. Успеет ли? Нет, не успевает. Здорово Иман Сурмач действует. Атака Портера. Портер в меньшинстве, напомню. Все равно команда атакует. Зинченко, нужно укротить этот мяч. Не удается это полноценно сделать. Архангельский на перехвате первый. Подача на Ковальчука, нельзя ошибаться. Нет, мяч чуть выше пролетает. Но не чуть, ладно. Будем говорить все-таки правду, не чуть. Мяч через ворота аж перелетел. Ковальчуку за такой снаряд не зацепиться. Да, да будь он хоть Шакилом Анилом, такой мяч ему было не достать. Ну, а Валерий Белов сейчас не торопится ввести мяч в игру. Говорил-то, что мало он в игре бывает, да, но вот все-таки успел себя проявить. Здорово, как вытащил удар, вот, который случился 3 минуты назад. Белов, вот, сейчас важно зацепиться за этот мяч. Нет, Кораблев, просто он повсюду, этот полузащитник Портера. Васин выигрывает верховую борьбу и новый штрафной для своей команды. Уже Тимур Хусаинов побежал туда вводить. А интересно, а почему Архангельский-то глубже, чем он? Сил уже нету туда вперед бежать. Ковальчук, невероятный удар. Вот просто невероятно, да. Это что-то, знаешь, из бильярда, может быть, там вот. Просто просчитать траекторию этого удара невозможно. Ну и зажигай такую свечку. Над вторым полем Сетунь Парка. Архангельский, трое сразу коммунаровцев на подборе. Передача. Голкипер Коммунара, да. И просто сжигают Коммунар сейчас вот эти последние минуты. Баранов на Зинченко. Зинченко разворачивается, уже Архангельский против него действует, чего мы очень с тобой ждали. Вот смотри, как глубоко отходит Зинченко, ищет предложение, а у него их целых 4. Вот пас налево на Крылова. Ну и на это матч заканчивается. Да, эмоции, конечно, очень сильные сейчас у игроков, но матч получился прекрасным, эмоциональным. Мы видели и удаление, да, куда же без него. Но мы констатируем факт, что Коммунар забил 4 мяча, где-то, наверное, потерял нить игры, пропустил 2, пропустил несколько опасных контратак, но в итоге сумел довести матч до победы. Да, любит Коммунар скользкие счета.